Встреча главы республики с президентом, сэкономленные миллиарды и обозначенные перспективы. Работайте, братья. О подвиге нашего земляка Магомеда Нурбагандова теперь узнает еще больше людей. И в России, и во всем мире. Почта России выпустила 300 тысяч конвертов с фотографией героя. Триумф дагестанских борцов. На чемпионате России по излюбленному дагестанскому виду спорта, вольной борьбе, собран щедрый урожай медалей. Здравствуйте. Это итоги недели на канале ННТ. И я, Мурад Ахмедов. Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Дагестана Владимиром Васильевым. Руководитель региона проинформировал президента о социально-экономической ситуации в республике. По словам Васильева, за прошлый год из тени удалось вывести около 38 тысяч граждан. Прекращена выплата пособий 6 тысячам лжеинвалидов. Пересчитана стоимость объектов дорожного строительства, что позволило сэкономить 2,5 миллиарда рублей. Работа по наведению порядка в газовой сфере и в области госзакупок также способствовала экономии более 1,5 миллиардов рублей. Так, в результате принятых мер регион дополнительно получил в бюджет 7 с лишним миллиардов. Эти деньги, по словам Васильева, были направлены на решение важных социальных проблем, ремонт школ, организацию водоснабжения и газификации. Мы в этом году выделяем на 95 школьных автобусов средств из наших. Дальше 108 автомобилей скорой помощи покупаем, 50 географических аппаратов. Продолжаем работу по проекту 100 школ, который в прошлом 2018 году сделали. И не 100, а 117 школ. Сегодня мы надеемся сделать 200. Мы 60 объектов возобновили строительство, 37 из которых более 5 лет были приостановлены, не решались. Это все были социальные объекты, и как только мы это стали делать, ну, даже главы стали говорить, мы теперь вот, в глаза смотрим. Значит, выделили средства мы в том числе на водоснабжение, 1,7 миллиарда впервые. У нас большая проблема с качеством воды, нет у нас отравлений происходит, к сожалению. Но мы надеемся, что около 500 тысяч человек в результате почувствуют качественное улучшение. Начали выделять средства на газификацию. В Кизилюрт приехали делегации из 11 регионов Российской Федерации и стран ближнего зарубежья – Турции, Азербайджана и Казахстана. С 2001 года в стране проходит ежегодный федеральный фестиваль Сабантуй, и каждый год для его проведения выбирается новое место. В этом году гостей принял Дагестан. Праздник Сабантуй призван укрепить добрые отношения между братскими народами, дать возможность обменяться культурными и гастрономическими традициями. Подобные мероприятия – хороший способ показать мирный, красивый, гостеприимный Дагестан и развеять мифы, которые еще удерживают некоторых туристов от посещения республики. Фестиваль состоялся в излюбленном для туристов месте на территории форелевого комплекса «Янтарная» близ реки Сулак в городе Кизилюрте. Корни праздника Сабантуй, давшего название фестивалю, уходят в глубокую древность. Он тесно связан с сельским хозяйством, сбором урожая и посевными работами. Его традиционно празднуют многие народы нашей страны, в том числе татары, башкиры, чуваши, удмурты, а в нашей республике нагайцы. Дагестану, как аграрной республике, этот праздник близок, и у нас имеются его аналоги, например, праздник первой борозды. Во время торжественной церемонии открытия от имени главы нашей республики поприветствовал всех первый вице-премьер правительства Дагестана Анатолий Карибов. Данное мероприятие, на наш взгляд, это наш новый бренд, который, как представляется, приведет к формированию и продвижению положительного имиджа республики, увеличению туристского потока. К участникам мероприятия также обратился и заместитель председателя правительства Татарстана Василь Шайхразиев, зачитавший приветственный адрес президента Татарстана Рустама Миниханова. Желаем каждому добра, счастья. И вот этот праздник труда, который сегодня организовывается практически во всех уголках нашей великой России, этот праздник добрался сегодня и до Махачкалы, до Дагестана. После официальной части состоялся праздничный концерт, а также знакомство с национальными подворьями и продукцией выставки ярмарки изделий народно-художественных промыслов, в котором принял участие председатель правительства Дагестана Артем Сдунов. Еще одним событием, приковавшим внимание участников праздника, стала борьба на поясах. Главным призом за победу в абсолютной весовой категории стал автомобиль «Лада Гранта», предоставленный президентом Татарстана. В упорной борьбе звание чемпиона завоевал Хайбулла Магомедов. Ключи от автомобиля победителю вручили Артем Сдунов и Василь Шайхразиев.
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект, наделяющий участников дагестанского ополчения 1999 года статусом ветеранов боевых действий. Во время недавней прямой линии с главой государства к президенту Владимиру Путину обратились дагестанцы. В августе 99-го с оружием в руках противостоявшие напавшим на республику бандам боевиков. Путин поручил правительству проработать этот вопрос. После этого власти Дагестана начали подготовку списков ополченцев. Отметим, что в предварительный список ополченцев вошли более 12 тысяч человек. Инициатор законопроекта, депутат Госдумы Умахан Умаханов, отметил, что данные эти будут перепроверяться, чтобы все те, кто защищал республику, не остались без законного статуса и выплат. К трехлетию подвига Магомеда Нурбагандова Почта России выпустила 300 тысяч конвертов с его портретом. Также для церемонии спецгашения изготовили специальный штемпель с инициалами Героя России и знаменитой фразой «Работайте, братья». С сегодняшнего дня конверты поступят во все почтовые сети страны. Приняли участие в торжественной церемонии глава республики Владимир Васильев и министр внутренних дел по Дагестану Абдурашид Магомедов. Отец Героя России Нурбаганд Нурбагандов поблагодарил всех, кто участвовал в этой работе и отметил значимость таких мероприятий для патриотического воспитания подрастающего поколения. На сегодняшний день для нашей семьи это тяжело. Это что нам в общем месте для всего народа, то, что мы стали все России взять в плане патриотического воспитания. Воспитание всего нашего подрастающего поколения, это нужно понимать. В свою очередь министр внутренних дел подчеркнул, что подвиг Нурбагандова – это яркий пример отваги, стойкости и силы духа. Вспомнили и печальные цифры. Начиная с 1992 года в структуре МВД Дагестана погибло около 1500 сотрудников. Я думаю, сейчас каждый человек, который будет брать в руки этот конверт, на минуту задумывается о смысле жизни, о том, что жизнь всегда есть место публика. Глава Дагестана на неделе встретился с одаренными школьниками и студентами. В их числе призеры Всероссийской Олимпиады «Я профессионал», финалисты конкурса «Живая классика», а также победители научного форума молодых исследователей «Шаг в будущее». Владимир Васильев обратился с приветственным словом к учащимся, показавшим высокие результаты на всероссийском уровне. Так было не всегда, и это было сказано, что в 15-16 годах у нас в республике Олимпиада по непринимаемой участии. Ну, себе представьте. Вот это время по непринимаемой участии. То, что сегодня происходит, спасибо вам, вашим родителям, вашим педагогам. Я про себя сидел и думал, мечтал, думаю, когда мы доживем до такого времени, когда здесь будете сидеть вы, остепененные руководители, и какими будут дети. Представляете? Потому что вы уже будете, научившись, достигнув таких достижений, вы будете передавать. Министр образования и науки Дагестана Умпазиль Омарова в своем выступлении отметила, что число дагестанских школьников, победителей Олимпиад всероссийского масштаба, растет с каждым годом. За последние два года их число увеличилось до 6. В частности, на Олимпиаде школьников Дагестан представляли 28 участников, половина из которых получила проходные баллы. Столица Дагестана растет с каждым годом. Вместе с ней увеличивается и количество проблем, связанных с благоустройством улиц и дворов. В 2018 году, чтобы улучшить состояние Махачкалы, начала свою работу муниципальная программа «Формирование современной городской среды». В ее рамках провели ремонты на улице Дзержинского у домов 23А и 23Б. Вот только местные жители недовольны. Чем именно, узнавала Карина Баталова. 1 000 000 рублей. Именно столько, судя по проектно-сметной документации, потратили на этот небольшой участок. Здесь должна была стоять детская площадка с спортивными и игровыми комплексами. На деле лишь двор, заполненный машинами, да кусок обновленного асфальта и пара мусорных баков. Мы, получается, ездили, смотрели наш план. Его нам предоставили в ЖКХ. Министерство ЖКХ нам предоставили вот этот план на формирование. Но, как вы видите по нашему двору, нам ничего не сделали. Ни урны, ни
заменили, ни их скамейки не поставили. Так или иначе, двор выглядит неплохо, а все благодаря стараниям жильцов. ТСЖ работает активно. Деревья высажены самостоятельно. Беседки, скамейки и урны куплены на собственные средства. Но многое уже пришло в негодное состояние. Люди надеялись, что, став участниками программы, они наконец забудут об этих проблемах. Ну, ожидали, конечно, что двор хотя бы асфальтируют, нам, нашим детям негде играть. Вот видите, какие ямы, колдобины, что даже они ездят на велосипедах и как бы могут травмироваться, падают. Да. Ожидали хотя бы элементарно, ну ладно, там, ну не супер, как бы, чтобы нам сделали такой ремонт, но элементарно, скамейки, там, детские площадки. Мы складывались по 15 тысяч, чтобы закупить вот эти вот для детей беседки, для жителей беседки. Но дело в том, что детям действительно негде играть. Почему? Потому что двор небольшой, площадки нет. И когда дети выходят играть в футбол, они бьют по окнам, конечно. С вопросом, куда ушли деньги, мы обращались в управление жилищно-коммунального хозяйства, но ответа так и не дождались. Зато его получили представители Общественного народного фронта. Мы от администрации получили предварительный ответ, что якобы средства, заложенные на благоустройство этого двора, были переведены в другой объект. Но это абсолютно, я бы так даже сказал, несуразица, потому что процедура включения двора в программу благоустройства – это слишком длительный процесс, там есть соответствующие критерии отбора дворов. В ЖКХ посчитали, что этому двору ни к чему новые малые архитектурные формы, сойдут и старые. Детскую площадку установить якобы не позволяет территория. Что помешало муниципалитету наладить освещение – вопрос неясный. Похоже, аргументы еще не придумали. Все запутано и непонятно. Зачем было включать в программу двор, заведомо неподходящий под критерий? И, наконец, где выделенный миллион? Карина Баталова, Нурмагомед Магомедов, новости ННТ, Махачкала. Госдума России ужесточила наказание за непропуск машин скорой помощи. Воспрепятствование проезду врачей теперь будет караться большими штрафами и даже лишением свободы на срок до 4 лет. Согласно документу, тем, кто не пропускает медиков, теперь грозит как минимум штраф 5000 рублей. Если из-за этого пострадал пациент, то это повлечет наказание на выбор суда, либо денежные санкции в размере 80 тысяч рублей, либо арест до 6 месяцев. В случае смерти пациента, которому не успели оказать помощь, виновный в этом может сесть в тюрьму на 4 года. Тем временем в Дагестан поступила первая партия новых машин скорой. Всего более 40 единиц. Среди них 8 реанимобилей. Это машины класса С, которые уже полностью оснащены всем необходимым реанимационным оборудованием. Ожидается поставка еще более 65 карет скорой. Всего до конца года медицинские учреждения региона получат 108 машин скорой помощи. Транспорт был закуплен за счет средств, выделенных из регионального бюджета. Среди новых машин, которые будут спасать жизни, авто на базе ГАЗ «Соболь» и реанимобили «Газели Next». Отметим, поставок такого объема в республике не было уже много лет. Черкесскую ГЭС ждет масштабная реконструкция. К модернизации крупнейшей станции Дагестана уже приступила Русгидро. Обновление коснется большей части оборудования – гидротурбин, генераторов, силовых трансформаторов и распределительного устройства. На эти цели планируется выделить 10 миллиардов рублей. Станция была введена в эксплуатацию еще в 70-х годах прошлого века. Ее оборудование отработало более 40 лет, устарело и достигло высокой степени износа. Модернизация будет производиться поэтапно, вплоть до 2027 года. Без остановки работы станции и ограничения энергоснабжения потребителей. Победили рак и стали лучшими на соревнованиях в Москве. На протяжении нескольких дней в столице страны проходили детские игры, участники которых – дети, сумевшие победить онкологические заболевания. Впервые в соревнованиях приняли участие дагестанцы. Шестеро подопечных благотворительного фонда «Инсан» представляли нашу республику в разных спортивных дисциплинах. Накануне они вернулись на родину. Встречала их и наша съемочная бригада. Дни упорных состязаний позади. И вот, наконец, долгожданное возвращение домой. В аэропорту маленьких победителей встречают как настоящих чемпионов. Эту поездку они запомнят на всю жизнь. Ведь им удалось доказать всем скептикам, что, несмотря ни на что, нужно верить в свои силы. В прошлом году, участвуя в Москве на форуме, мы узнали об этих играх и заявили желание, чтобы наши детишки тоже принимали участие. В этом году впервые Дагестан принимал участие и представлял нашу республику подопечный фонд «Инсан». В команде было 6 человек, из них заняли 3 призовых места, первое, второе и третье.
Я считаю, что это отличный результат для первого раза. Мы будем активно стараться, чтобы ежегодно наши детишки принимали участие в этих играх уже в большей команде и с хорошей подготовкой. В играх участвовали дети не только из регионов России, но и стран зарубежья. В программу соревнований входили легкая атлетика, плавание, настольный теннис, шахматы и даже стрельба из пневматического оружия. Также проводились и специальные мастер-классы. Нашим детишкам удалось привезти 3 медали различных категорий. Я просто ходила и выиграла, но я думала, что я не выиграю. Проиграла. И получила первое место. У меня еще одна медаль есть, только она в сумке у мамы. Я посвящаю свою победу маме и папе. Запомнилось такое впечатление, всем заинтересовались игры детские, эти соревнования. Дети волновались, переживали, но в итоге, как говорили наши вожатые, и говорят, что все победители, несмотря ни на что. То ребенку это очень понравилось, то, что она была счастлива. Общение, вот это вот соревнование, дух соревнования. Просто они 2 года, получается, что были изолированы от общества, а тут такое событие, она счастлива была поехать. Очень благодарны организаторам. Главная задача игр – помочь детям, перенесшим онкологические заболевания, вернуться к обычной жизни и реабилитироваться после продолжительной борьбы с болезнью. А для тех, кто еще болен тяжелым недугом, игры победителей на примере 1000 детей показывают, что стоит и нужно до конца бороться за свое выздоровление. Молодцы. Они действительно победители. Они бойцы. Они вдвойне победители, потому что они побороли и победили не только свою болезнь, но и доказали всем нам, даже здоровым, что можно полноценно и качественно жить, что можно развиваться дальше, не застывать на своей болезни, не зацикливаться на этом, а продолжать жить. Сегодня я еле-еле сдержала, чтобы не расплакаться, потому что это наш труд, это наши эмоции, это труд всего коллектива. Чтобы вылечить ребенка с раком, это не месяц, не два, это годы. Это минимум 2 года идет протокол химиотерапии. И вот эти детишки, они просто выдержали столько капель, столько процедур, что многие должны были еще многие годы восстанавливаться от всего этого, а они уже участвуют в спартакиаде и побеждают. Участие этих детей в спортивных соревнованиях также пример для тех, кто, будучи здоровыми, не уделяет должного внимания своей физической подготовке. Ведь если даже те, кто был на грани смерти, проявляют интерес к спортивной культуре, то и другим нужно начать вести здоровый образ жизни. Я очень рад и очень горд, что у нас есть такие дети, которые занимаются, несмотря на свое здоровье, занимаются спортом и победили на международном конкурсе. Да? Сегодня они двойные победители. Они уже то, что участвовали, это уже победители. Сегодня они привезли первое, второе, третье места, и мы очень рады. Стоит отметить, что в подобных соревнованиях победителями являются все участники. Их главная цель – показать всем людям, что, несмотря на все трудности, нельзя опускать руки и терять надежду на лучшее. Абдулла Алиев, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Встретился с победителями и призерами Всемирных игр среди детей и муфтий Дагестана, шейх Ахмат Афанди. Дети, справившиеся с тяжелым недугом, продемонстрировали необыкновенную силу духа и волю к победе. На встрече побывал и наш корреспондент Абдулла Алиев. На днях в аэропорту Махачкалы встречали участников Всемирных детских игр-победителей, соревнования, главные участники которых являются дети, победившие онкологические заболевания. 6 маленьких дагестанцев сумели показать хороший результат и завоевали все призовые места. С юными спортсменами встретился муфтий Дагестана шейх Ахмат Афанди. Он выразил радость по случаю успехов ребят, а также пожелал им здоровья и удачи. Для нас большая радость. То, что Всевышний нам дал возможность быть где-то полезными. И то, что благодаря фонду, и то, что Всевышний дал возможность им, и то, что Всевышний дал вас, свел с ними. Не всех же Аллах к ним судит. Значит, вас свел тоже хорошо. То, что мы здесь сегодня сидим, тоже прекрасно. Друг друга с улыбкой смотрим. Тоже хорошо. Сейчас в последнее время, особенно последние годы, когда с кем-то разговариваем, все люди говорят, люди как-то становились уже агрессивными.
наших лицах, видите, у всех улыбки, хотя у кого там где-то какие-то проблемы есть. Вот чему радуется душа. Вам успехов, здоровья, чтобы дети вас всегда радовали. И на этом свете, и на том свете. Встреча проходила в неформальной обстановке. Дети и их родители выразили благодарность муфтию республики и благотворительному фонду «Инсан» за колоссальную помощь и поддержку. Также детишки делились с шейхом эмоциями и впечатлениями от участия во всемирных детских играх победителей. Что больше всего запомнилось? Как мне вручили медаль. Все почему-то запоминаются, как им вручили медаль. А почему именно этот момент? Это было неожиданно. Я сначала думала, что я стрельбу я не получу, но бег получу. Мы сходили с мамой все время на Теренкур в Москве. Там был лес, и мы ходили. Из-за этого я занималась и выиграла. Ну, скажи, пожалуйста, что больше всего запомнил себе из этих игр? Вожатые и те люди, с которыми я тренировалась по шахматам. Ты говоришь, вот первый раз ты села за шахматы, но тебя никто до этого не учил? Планшет. Планшет. И ты так быстро научилась? Да. Расскажи секрет, как быстро научиться играть в шахматы? Я, например... Запомнить ходы. Ребята также поделились своими планами на будущее. Кто-то из них намерен в дальнейшем заниматься спортом, а кто-то готов начать вести блог для детей, болеющих онкологическими заболеваниями. В будущем мне хочется стать волонтером, вожатым, тоже радовать таких же детишек, через чего мы прошли, все рассказывать им, как было, и чтобы они не унывали и не расстраивались. По завершению встречи детям были вручены ценные подарки, а их матерей порадовали красивыми букетами цветов. Стоит отметить, что все участники являются подопечными фонда «Инсан», который в следующем году намерен организовать поездку на Всемирные детские игры победителей. Абдулла Алиев, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Хирурги сумели сохранить ребенка женщине, находящейся на 17-й неделе беременности, удалив доброкачественное новообразование лапароскопическим методом, то есть через небольшой прокол. Киста больших размеров впоследствии могла стать угрозой для жизни и здоровья матери и малыша. Сейчас женщина чувствует себя хорошо и находится под присмотром медиков. Миллионы людей, несмотря на наличие электронной связи и других способов доставки, пользуются этими услугами. Речь идет о работе почты, чьи сотрудники отмечают свой профессиональный праздник в это воскресенье. О непростой работе, требующей выносливости и выдержки, в сюжете Луизы Раджабовой. Ты Тамара? Да. Ты Тамара, это Света. Я вам письмо принесла. Рабочий день Казанцевой Светланы, почтальона первого класса, начинается в 7 утра. Опаздывать она не привыкла, спешит на работу и сразу за дело – разобрать корреспонденцию. Вот уже 38 лет у Светланы на хозяйстве около 30 многоэтажных домов. И это не считая частного сектора. Большим трудом мы каждый экземпляр газеты, журнала, мы очень с большим трудом просим людей, чтобы они выписали с каждым годом меньше подписки. И хочется, как приходит почта, сразу хочется доставить, чтобы клиент был доволен, чтобы он, не дай бог, на следующее полугодие, чтобы он отказался. Для нас это просто, вот, конечно, плохо. За последнее время жизнь почты изменилась. Газет и частной переписки стало значительно меньше. В основном штрафы, уведомления из налоговой или из пенсионного фонда. Все это почтальон старается вручить адресату прямо в руки. Очень хороший работник, мы ее любим и уважаем. Всегда все вовремя. Минусы профессии связаны с непогодой. Приходится работать и в снег, и в дождь. Порой почтальоны сталкиваются и с другими трудностями. Ну, бывает так, вот идешь, что-то смотришь. Я недавно тоже шла, ветер был такой сильный. Шла, письмо смотрела, человеку не могла 2 дня вручить. Думаю, письмо надо вручить, вот это. И не обратила внимания, оступилась, колено разбила себе 2 месяца. Ходила на работу, хромала, больничный не брала. В мир писем, марок и посылок Саиду привела мама, тоже почтальон. Помимо них в профессии еще младшая сестра. Несмотря на свой юный возраст, за 7 лет работы Саида показала стойкий характер. Есть и профессиональные атрибуты, которые помогают ей в работе. Мам, выдаются баллончики газовые и отпугивающие, например, для собак. У меня был такой случай, что с собаками меня чуть ли не покусала, но избежала этого момента.
Пресса, письма, посылки из Китая. Именно с ними чаще имеет дело современный почтальон. Все раскладывается по участкам, после можно отправляться в путь. Век интернета, говорят, профессия почтальона исчезнет, с чем наши героини не согласны. Они продолжают радовать своим приходом тех, кто их ждет, со знакомой сумкой за плечом. Луиза Раджабова, Нурмагомед Магомедов, Новости 24, Махачкала. Триумфом сборной Дагестана в Сочи завершился чемпионат России по вольной борьбе. Воспитанники республиканских спортшкол завоевали в общей сложности 17 наград, 6 из которых золотые. Итоги турнира в сюжете Курбана Рагимова. Судьба золота в наилегчайшем весе решается за 30 секунд до конца встречи. В упорной схватке Рамиз Гамзатов уходит в отрыв. Чтобы догнать хасавюртовца, у чеченского вольника Муслима Садулаева не хватило ни сил, ни времени. Так, категория до 57 килограммов плотно закрепилась за учениками тренера Шеме Шемеева. Если честно, хотел обрадовать родных. Алхамдулилля. Получилось. 57 килограмм – это ученики Шеме Шемеева нас очередной раз радуют. У вас какая-то спецтехника, что у вас там? Не знаю даже. Завод по производству мухачи? Наверное, все говорят так, что Шеме ученики, говорят, 57 килограмм уже берут. Лаура Мугуевым, как будете делить эту путевку? Не знаю даже, как сейчас тренеры решат, так и будет, иншаллах. Порядка 400 борцов из более чем 40 регионов. Схватки впервые проводят на четырех коврах. Победа в Сочи дает борцам шанс попасть на чемпионат мира и войти в круг претендентов на участие в Олимпиаде. Поехать в Токио мечтает каждый из участников. Схватки по накалу яркие и бескомпромиссные. Мы сегодня делаем отбор. Это подготовка к чемпионату мира. А далее уже к Олимпийским. Следующий год у нас Олимпийский год, Токио. Поэтому главный тренер, тренерский состав, федерация, в полном смысле этого слова, занимается, чтобы посмотрели мы молодых и посмотрели тех, которые наших ребят, которые у нас сегодня есть в тройке или в пятерке. Любой из них может попасть на Олимпийские игры. Рамиз Гамзатов стал открытием этого чемпионата. Его почин поддержал Гаджимурад Рашидов. Каспичанин в финале уверенно взял верх над тувинцем Начином Кулуаром. В весе до 74 килограммов доминирует Заурбек Сидаков, однако такое положение дел не устраивает Магомеда Курбаналиева. Хасавюртовец проводит лишь третий старт в этой категории и уже сумел добраться до финала. Здесь он вырвал золото у Хетика Цаболова. Схватка двух чемпионов мира стала одной из самых ожидаемых. Публика бурно отреагировала на победу своего любимчика. В заключительный день копилка наград сборной Дагестана пополнилась еще тремя золотыми медалями. Причем в двух финалах дагестанские вольники встречались между собой. Магомед Расул Идрисов подтвердил статус лучшего в своем весе. В финале он был сильнее Рамазана Ферзалиева. Осенью хасавюртовец попытается реабилитироваться за поражение на чемпионате Европы. Если честно, очень такой сложный соперник. Мы уже с ним давно боремся, с юношей, прям можно сказать. И друг друга прям, да, вот... Очень хорошо знаем, он меня, я его борьбу. Впрочем, состав, если честно, очень сильный был. Все готовы были, ребята, заряженные. Я очень хотел выиграть. Просто подряд, да, три турнира уже проигрывал. Начиная с Европы, как бы был особенный настрой, да, к этому чемпионату России. Сейчас, иншаллах, посмотрим, дальше будем больше работать, чем обычно. Алихан Жабраилов и Магомед Курбанов встречались уже в седьмой раз. В этом равном противостоянии махачкалинский «Динамовец» все-таки сумел склонить чашу весов в свою сторону. И настрой был выиграть. Это мой принципиальный соперник, хоть мы с ним дружим. Мы уже встречаемся с ним в седьмой раз. 3-3 был, и вот решающий я выиграл. 4-3. А, конечно, мне очень приятно. У нас хороших два сбора было. Мы все делали правильно, как нам указывали тренера. И вследствие чего такой благоприятный для нас результат. Одноклубник Жабраилова Гаджи Набиев также принес Дагестану золото. Помимо 6 медалей высшей пробы, дружина Сажида Сажидова завоевала 4 серебряные и 7 бронзовых, что в итоге обеспечило команде уверенную победу в общем зачете. Я думаю, что все прогнозы сбылись. Даже, ну, немножко, может быть, у меня на подсознательном уровне были опасения, что чуть меньше будет. И тем не менее, я думаю, получилось очень хорошо. Как мы и говорили на сборах, шанс
бы у молодежи проявить себя, и они проявили себя. Наш тренерский состав доволен. Думаю, и болельщики. Не огорчает, что на одно золото меньше, чем в предыдущий году? Наверное, да. Ну, как сказать, отсутствие лидеров. И мы не подвели. Лидеров тоже мы не подвели. А количество медалей зато прибавилось. Теперь уже у нас 17 медалей. Хотя был рекорд 14. Какой-то рекорд мы все равно побили. Курбан Рагимов, Магомед Расул Магомедов, телеканал ННТ, Сочи. Это главное, чем запомнилась нам эта неделя. До встречи в следующее воскресенье. Удачи вам, друзья!